Привет, дорогие друзья! Новый выпуск по роялю. Я продолжаю экспериментировать и подбирать разные колоды на своем основном аккаунте. И я, ребят, знаете, уверен, что в этом сезоне сделаю 5500 минимум. Ну, цель моя — это, конечно, дойти до чемпиона. Естественно, в этом сезоне вряд ли это сделаю, но цель моя — это 5800. И я, естественно, ее преодолею, и только мне нужно будет много разных подбирать колод и найти ту единственную, с которой я буду тащить. А сегодня, ребят, у меня новая колода с гигантом, и от этой деки, ребят, реально будет бомбить у противников. Это своего рода тоже дека развод на спелы. Тут два вида мух, банда гоблинов. В общем, я эту деку взял у топа. Я просто сейчас прокачал гиганта до 11, и поэтому много с ним тестирую разных колод, и вот этой декой сегодня буду играть. Я уже почти на 4900, но прежде чем мы перейдем к онлайн-атакам, я хочу вам показать повторы. Кстати, возможно, кто-то будет бомбить, что я низко сижу для своей прокачки, но они будут правы лишь частично. Я низко сижу, но это еще не конец сезона. То есть еще 12 дней до конца, и за 2 недели, ребят, еще много чего поменяется. Если зайти в топ, то можно посмотреть... Сейчас в местном топе всего лишь один человек на 5200. Вот расчлененка, который сидел на 5500, сейчас сидит на 5000. То есть еще не конец сезона, я еще вырву кубки до конца. Я думаю, 5500 я сделаю. 5200 это минимум, цель моя 5500. Поддержите меня лайком, подпиской, чтобы я как можно быстрее дошел до 5500 кубков. А теперь, ребята, хочу вам показать один повтор. Ну вот, кстати, можно посмотреть на моего противника, если кто-то будет говорить, что я... перекачан для своих кубков. Ну вот мой противник, ребят, как вам его прокачка? Так что я считаю, что я еще сижу не слишком низко для своей прокачки. Давайте покажу вам этот повтор, мне он очень понравился. Я думал, что это будет TV Royale, и очень ждал, думал, этот повтор попадет, и я запишу об этом ролик. Но, к сожалению, не получилось попасть в TV Royale, но очень трудно, на самом деле, много таких разных поединков можно встретить. Поэтому это большое везение, если ты попадешь на 11 арене в TV Royale. Я увидел, что он выбросил колоду на 11 уровня, я реально обрадовался. Я первый раз радуюсь, ребята, прокачке, максимальной прокачке своего противника. Потому что это очень интересно играть против такой же прокачки, как и ты. То есть у него 8 эпики, 11 рарки, у меня тоже. Но у меня эпиков нету в колоде, но они у меня просто не прокачаны до 8 уровня. Но это очень интересно. У него, короче, колода с пекой, с принцем, но только это не та дека дабл принц плюс пека, это просто пека плюс принц, ну и, как видим, шахтер, колдун у него, ледяной колдун. Ну, прокачка у него неплохая, и честно, он меня так прессовал неплохо, особенно на удвоенном эликсире. Пока что видим, что у него получалось дефать, и я еще не нанес урона ему практически, тут я решаюсь выбросить гиганта плюс 3 миньона, он в свою очередь выбрасывает пеку плюс ледяного колдуна. Естественно, это остановит гиганта, да еще и 8 пека. Но гигант тыку делает, так как он у меня 11 уровня, поэтому к вышке он доходит. Немножко нанес урона я по пеке. Сейчас выбрасываю мушкетера, и он будет шахтерами сейчас его контрить, но я успею выбросить банду. Оп, и я переагрил шахтера, соответственно, мушкетер спокойно стоит дамажит. Орду миньонов на принца. Блин, конечно, если бы у него... Не, у него были стрелы, но если бы он их выбросил раньше, возможно бы я сразу же пропустил бы вышку, потому что, ну, там немного юнитов было. Там убил бы он миньона, убил бы гоблинов и через мушкетера к вышке. Все, мне просто не было чем бы задефать. То есть в этом плане дека немножко опасна, что по земле, ну, мало юнитов. Это мушкетер, шахтер, да, то есть и банда гоблинов. Все остальное это воздух. Ну, гигант, да, но он же атакующая карта, а не для дэмэджа, ой, не для дефа. Поэтому в этом плане с этой колодой сложно. Ну, дека реально крутая, мне очень понравилось с ней играть. Я буду пытаться с ней 5200 брать, возможно, буду менять что-нибудь. Ну, об этом вы узнаете в следующих выпусках. Но пока буду точно с ней. Я увидел пеку слева, решил сразу же пушить по противоположной стороне, то есть по правой. Он там выбросил принца и бревно на банду. Но слева, смотрите, мушкетер сагрился не на пеку, а на вышку, соответственно, нанес какой-то урон. По правой стороне я не рассчитывал, кстати, сносить вышку, я просто, ну, увидел пеку, поэтому мне не было резона идти с левой стороны. Тут я отвлекаю пеку гигантом, потому что, опять же таки, нету выбора, мало слишком юнитов наземных, поэтому приходится тратить гиганта. Хорошо то, что был колдун только что... на гиганте сконцентрирован, поэтому вышка его спокойно уничтожила. Но, блин, он снова откатился, не получается заход сделать миньоны плюс шахтер, потому что он снова выбрасывает колдуна, и это, естественно, убивает, контрит мою колоду. Кстати, я думаю, что будет еще очень сложно против палача и торнадо с этой декой. Мне кажется, прям это вообще будет контр, и я не знаю, как с ней играть. То есть, ну, не знаю, возможно, если бы какой-то, ну, топ играл с этой декой, то, возможно, он бы еще затащил. Я не знаю, как против палача играть. Смотрите, вот тут уже в конце будет очень интересно.
Эту я атаку задефал. Тут уже мы начинаем добивать шахтерами оба, и он, и я. Ну, у него шахтер, конечно, 4 уровня, чуть-чуть побольше урона, но это, в принципе, не сильно меняет... Небольшую роль это играет, но все равно, побольше урона он наносит. Тут я решаюсь выбросить гиганта, он сразу стражей, я контрю это миньонами. У него еще нету стрелы, они, как видим, следующая карта. Он забрасывает шахтера, я вот не помню, вот, по-моему, тут стрелы кинул... А, нет, все правильно, он кинул стрелы на моих миньонов, а мой шахтер плюс фаербол добивает вышку. Но, если бы он кинул, ребята, стрелы на мою вышку, он бы ее добил. У меня осталось 27 хп. Вот такой вот был бой. Блин, ну было интересно, серьезно. Возможно, противник, конечно, не был топом, в мировом топе он не держит никакое место, но с прокачкой у него было все хорошо, поэтому мне понравился этот бой, я решил вам его показать. Что ж, я предлагаю сделать, ну, две каточки, чтобы зайти на 4900, надеюсь, что я туда зайду с этой же колодой. Поехали, посмотрим, что получится. Я, конечно, еще мало с этой декой играл, поэтому против разных вариаций я не знаю, как поведет себя колода. Вот, еще раз повторюсь, против палача не знаю, как будет. Ну, поехали, проверим. Я просто сейчас тестирую деки, поэтому ничего страшного, если не получится. Так, мегамуха. Мегамуху мы сейчас законтрим красиво мушкетером, и мушкетер продолжит атаку вместе с гигантом. Вот так вот. Вот так вот, я думаю, мы отконтрим мушкетером. Тут мы кинем миньончиков, хорошо. И, в принципе, задефались. И перешли еще в атаку. Сейчас очень редко, конечно, встретишь спарки. Я думаю, что можно запнуть и кинуть еще шахтера. Шахтером отвлечем спарки. Отлично. Забираем спарки. И мой гигант доходит смело к вышке. Так, я готовлю фаер на всякий случай, если будет, блин, снова армия скелетов. Как-то он быстро откатился. Так, я вот думаю, выбрасывать банду гоблинов или нет. Я думаю, что не надо. Я думаю, что выбросим гиганта сейчас и выбросим орду миньонов. Я, конечно, чуть-чуть скелетов пропускаю к вышке, но ничего страшного. Заодно проверим сейчас на наличие стрел. Что у него там, фаербол, стрелы, либо зап. Как-то странно, что он ничем не контрит миньончиков. Ну давайте пушить на трешку. Какой-то вообще изи противник на 4900. Очень странно. Зап, хорошо. С помощью торнадо он хочет забрать и гиганта, и мушкетера, но, к сожалению, по-моему... А, нет, получилось, получилось. Ребятки, ну, я, наверное, сейчас задефу... Это гигант, наверное, будет, или кор-гигант, не знаю. Вот сейчас Вот сейчас очень опасно, но я думаю, что задефаюсь. Давайте тут миньончиков, тут шахтер... Шахтер, тут у нас пойдет банда гоблинов. Блин, ребята, ну вот это противник, конечно, гей полный. Спарк и рейдж и элитные варвары. Жесть просто. Но он нуб, я не буду отрицать. Ну, карты он взял, конечно, очень сильные, поэтому... ну, не знаю, как он дошел до 4900. Ну, хоть и сильные карты, но, ребят, ну это не тащит. Спарки плюс... что там? Плюс элитки, плюс рейдж. Так, давайте запнем спарки заодно. Да, он задефает. Он задефает моего гиганта. Окей, я, короче, сейчас на трешку не буду пытаться... ну, не буду ломиться на трешку. Сейчас постараюсь задефать, потому что, ну, блин, все-таки элитки могут забрать меня сразу. И не только на одну корону, а еще и на две звезды. Так, тут у нас... Ой-ой-ой-ой, одного варвара пропускаю. И, блин, да, он сносит вышку. То, о чем я говорил. Давайте запнем спарки. Так, блин, у него торнадо есть. Вот это плохо, конечно, ребят. Вот это плохо. Так, я, блин, не знаю, надо то ли на двушку идти, то ли на трешку. Вот в чем вопрос. Как-то все сложно, блин, стало вдруг в конце. Ребятки, очень сложно. Не знаю, просто я сейчас могу пожалеть, что пошел на 3 звезды, серьезно. Ну давайте шахтера закидывать, тут миньончиков, я хызы, что делать. Так, хорошо. Спарки, главное спарки уничтожить. Мы уничтожили спарки. Тут мы выбросим орду миньонов. Там 1200 хп. Понимаете, у него просто есть торнадо, он спокойно меня дефает. А у меня нету там ракеты или что-то в этом. Ну ладно, короче, я пойду на 2 звезды. Плевать на его спарки. Да блин, он не дает этого сделать. Ладно, закидываем зап, зап, хорошо. Но у него колода в принципе, он нуб, но у него колода, знаете, такая тоже, развод на зап. Так, за 30 секунд мне надо откатиться до еще одного фаербола. Давайте миньончика выбрасываем. Тут мушкетер пойдет, потому что, ну, элитки, наверное, готовятся. Забрасываем шахтера, ребят. Забрасываем шахтера. Запаем это все дело. Ну, шахтер, нанеси хоть одну тычку, блин. Все, и фаербол. Все, это трешка. Блин, вначале было все изи, а вот в конце он меня заставил, конечно, попотеть. Ну, не знаю. Блин, у него колода безумно какая-то.
непонятная, не знаю, Rage, Торнадо, Спарки, ну он меня вечно разводил на зап. Хорошо, что у меня был зап. Вот такая вот у него колода, 3-4 эликсира, в принципе, не из дешевых, ой, не из дорогих, но в то же время непонятная. У него атакующая карта, только элитные варвары. В общем, нуб. Нуб он. Так, ребят, 4900 я взял, но предлагаю еще одну закрепиться здесь и еще одну каточку провести. Поехали. Последний бой. Итак, 12 уровень не подбирается, но я хочу поиграть против 13-х. 12-е это, конечно, все круто, но я хочу против фуловых. Но только не топов. Против топов, ну блин, ну вы сами понимаете, что я не вывезу. Просто против нубов, но донатеров. Тоже прокачанных. Ну то есть, таких же, как и я. Вот это было бы интересно. Ну я поднимусь еще через пару дней еще выше, поэтому я их буду там встречать. Ставьте лайки и включайте колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск, где я буду играть против максимальной прокачки. Так, тут у нас банда гоблинов. Конечно, бы лучше я орду миньонов выбросил. Так, запнул, окей, 2 тычки делает хок, 3 тычки делает хок, блин, тут еще зап придется тратить. Очень меня противник покромсал с правой стороны, я вот не знаю, но скорее всего есть у него фаербол, ребятки, скорее всего есть. Я не знаю, рискнуть или нет, ну давайте рискнем. Пока не буду подкидывать орду миньонов, как только он что-то выбросит, вот сейчас. Ну скорее всего есть фаер, ну блин, хок без фаербола, это не хок. Хотя, может быть, у него, ребятки, молния. И, скорее всего, так и есть. Не знаю, может, он просто решил задефаться без фаера. Хз. Ладно, мы ему тычку нанесли. Давайте тут миньончики, потому что... Ну, если у него зап, то банду гоблинов нету смысла. Да, все, отлично, задефались. Так, ну тут уже посложнее. Тут уже противник, конечно, не с элитными варварами. Тут уже парень шарит, как играть. Так, идти по правой же стороне или идти по левой? Я вот не знаю, ну тут с этой колодой, наверное, надо бы лучше переходить в контратаку, чем атачить по левой стороне, дефать правую. Ну, к примеру, да? Ну, не знаю, поехали, ладно, поехали слева пушить. Так, ну он решил, короче, забить на... А, нет, не забил он. Тогда вот здесь банду гоблинов отвлекаем. Пропускаю, ладно, я пропускаю хога. Пускай забирает вышку, но мы в то же время тоже заберем у него вышку. Вот такой вот получился размен. Я не знаю, зачем он, конечно, отдал мне сторону. Смотрите, он запнул. Поэтому сейчас мы попытаемся пропушить его сразу же на вторую звезду. Так, кстати, смотрите, там еще живой гигант. Это очень хорошо. Тут мы выбросим зап. Это очень... Ага, вот и фаербол. Вот и фаербол. Так, сейчас можно, кстати, заюзать банду гоблинов плюс шахтер. Но там, блин, еще лучницы. Это, конечно, проблема. Так, вот сейчас юзаем банду... Ой, орду миньонов. Давайте запнем. И отлично, забираем вышку. Круто. Я говорил, что от этой колоды будет бомбить у противника. Ну, не знаю, бомбит у него или нет, но, как видим, я его затащил. Да, у меня прокачка получше, вопросов нет. Но с этой колодой я вообще опыта не имею играть. Поэтому мне она очень нравится и по фану. Вот, знаете, такое чувство, что по фану я играю, а не какой-то серьезной колодой. Давайте попробуем трешечку забрать. Да, это трешечка. Сколько я трешек подряд сделал? 2 или 3? Давайте посмотрим. Так, плюс 30 кубков, отлично. 2 трешки подряд, 2 трешки. Немного, ну и немало. В общем, 4900 кубков, ребят, еще 2 недели до конца сезона. Я 100% возьму 5200, это, ребят, железно. С такой-то прокачкой не взять 5200. Но цель моя 5500. Но буду держать, конечно, я планочку на 5800. Чемпион... Нет, даже не так. Цель моя чемпион. Мастер третий это в этом сезоне должен взять. Но цель моя чемпион. И я к чемпиону дойду, ребят. Я что-то, ну, уверен в этом. Я уже реально побеждал игроков, которые сидят на 6400, на 5800, на 5900. Я их побеждал, а значит, я могу держаться на этих кубках. И тоже, думаю, мне там место... будет на этих кубках. Поэтому я думаю 5800 сделаю, но нужна ваша поддержка. Подпишитесь, поставьте лайк, включите колокольчик, я обязательно сделаю. Если я буду видеть, что вы поддержите и вам это интересно, естественно, буду рваться и стараться сделать 5800. Все, на этом буду прощаться, ребят. Спасибо вам за просмотр, спасибо за поддержку. Вот колода, если вам нравится, берите, тоже используйте. До новых встреч, всем удачи и всем, ребята, пока.